Ну что ж, мы уже рассказывали про новые крупные саурины, теперь пришло время вернуться к классическим компактным размерам. Всем привет! Меня зовут Глеб, и с вами, как всегда, сигарет нет. Сейчас я расскажу вам про новый девайс от компании Saurin под названием Shine. Девайс поставляется вот в такой вот небольшой картонной упаковке. На лицевой стороне нарисован сам мод, есть логотип компании и название девайса. На противоположной стороне у нас все, как всегда, технические характеристики и комплектация. Открываем коробку и сразу же видим большую красную инструкцию. Под ней находится девайс с предустановленным картриджем. В самом низу находится картонная коробка с дополнительным картриджем и кабелем microUSB. Внешний вид у девайса довольно приятный. Матовое покрытие на лицевой и задней панели дополняется глянцевой окантовкой корпуса. Мод совсем небольшой, высоту он 104 мм, а в ширину 24 мм. Корпус этого девайса выполнен из алюминиевого сплава и пластика. На выбор с самого старта будет представлен аж 8 цветов. На корпусе мода есть одна единственная кнопка. Она служит для включения и выключения девайса, также благодаря ней подается напряжение на картридж. В нижней части девайса находится довольно большой светодиод, который сигнализирует пользователю о заряде аккумулятора. Ну и на дне этого девайса находится порт microUSB. Внутри этого мода расположился довольно крупный аккумулятор объемом 700 мАч. Заряжается он силой тока в 1 ампер, а это означает, что от 0 до 100% он будет заряжаться примерно 40-50 минут. Полностью заряженного аккумулятора должно хватить на 550-700 затяжек. Сверху находится картридж, его объем 2 мл. Сопротивление на испарителе 1 Ом, заправляется он сбоку. Данный картридж создавался преимущественно для использования высоконикотиновой жидкости, но на этом испарителе вы можете с легкостью попарить даже нулевку. Затяжка здесь хорошая, но не совсем сигаретная, это что-то среднее между кальянной и сигаретной затяжкой. Также этот картридж отлично передает как никотин, так и вкус жидкости. Я рекомендую заправлять в него жидкости с содержанием глицерина не более 60%. Ну а в конце этого ролика я могу смело посоветовать данный девайс как пользователям со стажем, так и новичкам. У него большой аккумулятор, отличный картридж и приятный внешний вид. Спасибо за просмотр, с вами был Глеб и сигарет нет, и до встречи на нашем канале.